Поступил мне звонок от участкового Заднепровского района, что лежит человек на земле без чувств. Стоит скорая уже больше полутора часов, и собака, с которой он шел, не дает работникам, медицинским работникам забрать человека. Естественно, скорая вызвала участкового. Участковому собака тоже не поддалась, и он вызвал кинологов из УВД. Но результаты никакие не получились, поэтому позвонили мне. Человек лежал несколько часов, около 3 часов. Собака хорошая и преданная, естественно, но человека нужно было забрать. Я выехал на место, был там около часа, спокойно забрал собаку, пришлось ей сделать укол, чтобы она успокоилась. Там было очень много зевак, очень много людей, которые, некоторые женщины плакали, некоторые агрессивно были настроены, что мы ее сейчас убьем, будем бить или в таком плане. Хочу всем сказать, что мы не убиваем и не бьем, мы спасаем. В данном случае мы выехали на место, чтобы в первую очередь спасти человека, потому что диагноз еще был неизвестен, что с ним. И во вторую очередь пристроить собаку, чтобы до выписывания из больницы человека она находилась под присмотром. Забрал собаку и доставил ее в приют верности. На следующий день, то есть сегодня, человек позвонил мне и приехал за собакой. Ему пришлось чуть-чуть подождать, пока я доеду, чтобы зафиксировать на видео, что она жива-здорова, что она отдана хозяину. Все, они забрали, поблагодарили, поехали домой. Ну, что я могу сказать? Пес, во! Он охранял. Такое ощущение, что с вами что-то хотят сделать. Молодец, пес. Никто не мог справиться. Ни милиция, ни скорая, ни люди. Никто не мог справиться. Димке привет. Димке привет. Диме привет. Так что с псом все хорошо, но его надо было куда-то забрать, иначе бы где бы он шлялся. Все, сейчас пойдем заберем его. Ну, пес отличный. Охранник. Пойдем. Домой. Спасибо. Друзья. Ну так получилось неправильно просто. Неправильно? Ну. Ну а собака вот так, она отреагировала, что видите, она вас защищала. Ну да? У нее стресс будет, конечно. Она же вас защитила, никого не подпускала к себе. Спасибо вам. Ну, мы отмечаем день пограничника. Да. Это святое. Ну, рассказывайте дальше. И мне ее подарили просто.
вчера, да? Не. А. Ей уже 5 лет. Все, вперед, поехали домой. Ну все, счастливо. Вам не теряйте собаку. Увидимся на свадьбе. Да.